О качестве асфальта в Шымкенте могут рассказать только сотрудники самого завода. Корреспондентам телеканала ОТРР удалось выяснить любопытные факты. Оказалось, что проверкой качества асфальта занимается само предприятие-изготовитель. Причем стоимость горячего асфальта у производителя значительно дороже, чем сумма, указанная заказчиками. Так, стоимость за тонну асфальта, согласно проектно-сметной документации, составляет 10 400 тенге. Тогда как производитель оценивает свой товар в 12 тысяч за тонну. Как же так получается? Неужели подрядчик работает себе в убыток? Или в этом кроется ответ на волнующий горожан вопрос? Почему дорожное покрытие в Шымкенте служит не больше полугода? Это уму непостижимо. Парадокс получается. Какую тогда прибыль получает подрядчик от строительства или ремонта дорог? Что ему остается? Выходит, чтобы заработать, надо брать некачественный асфальт? Мы подталкиваем таким образом строительные компании воровать, использовать некачественный материал при строительстве. А потом все хором возмущаемся. И горожане, и чиновники, и депутаты. Все в один голос сваливаем всю вину и ответственность на подрядчиков. Оказалось, что и представители транспортного отдела при городской администрации об этом прекрасно знают. Однако помочь бессильны. Мы ничего не можем сделать, даже если захотим. При составлении проектно-сметной документации используется специальная программа. Кроме того, спецнадзор – государственный орган. Он устанавливает себестоимость строительных материалов. И мы не можем превысить установленные суммы. После подобного заявления о каком качестве автомобильных дорог может идти речь, если подрядчик, выигравший конкурс государственных закупок на ремонт или прокладку асфальта, приобретает его за 12 тысяч тенге вместо 10 400 ранее заявленных. Депутаты городского маслихата дали распоряжение транспортникам навести порядок в непростой многолетней арифметике. Бахром Абдуллаев, Марат Давлетов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании ОТРР.